Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами. Греческая притча называется «Тройной фильтр». Однажды к Сократу пришел знакомый и сказал: «Я сейчас расскажу тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей». «Подожди минутку», — ответил Сократ. «Прежде чем ты расскажешь мне что-то, это должно пройти тройной фильтр. Прежде чем говорить о моем друге, ты должен профильтровать то, что ты собираешься рассказать. Первый фильтр – правда. Скажи, ты абсолютно уверен, что это правда?» «Нет», – ответил знакомый. «Я сам услышал об этом от других». «Значит, ты не уверен, что это правда». «Так, теперь второй фильтр». «Второй фильтр – добро. То, что ты собираешься рассказать о моем друге, содержит что-то хорошее?» «Наоборот, это что-то очень плохое. Итак, ты хочешь рассказать мне нечто, что может оказаться неправдой. Да еще и что-то плохое». «Ну вот, третий фильтр – это полезность. Смогу ли я лично извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – ответил знакомый. «Что ж, если то, что ты хочешь мне рассказать, неправдивое, нехорошее, неполезное, то зачем мне все это знать?» Ну, такая греческая притча называется «Тройной фильтр».